Россия сейчас, ну и вообще, такая страна очень разносторонняя. В принципе, всегда привлекает к себе внимание. И мне кажется, воспользоваться, так сказать, хотя бы ассоциацией с ней, уже не говоря о том, чтобы поиграть фамилией, небезызвестной, конечно. Ну, это очень легкий путь. Мне кажется, что, конечно же, это не совсем правильно. У нас такой шоу-бизнес нынче, не только в России, но вообще везде, уже приносящий деньги. Если мы говорим о Евровидении, конечно, это один из тех конкурсов, который дает таки, так или иначе, после победы, после отличного участия, какое-то продолжение твоей карьере. И поэтому мне кажется, что это все предсказуемо. Предсказуемо брать известные, популярные вещи во всем мире и делать на них себе рекламу. Ну, еще раз повторю, это легкий путь, и я не совсем его одобряю. Это, мне кажется, оскорбляет все-таки нашу страну, поскольку Евровидение – это на самом деле очень серьезный конкурс. И сколько мы с Димой проходили конкурсов, то, например, World Music Awards, да, то есть это покажется вообще легким испугом по сравнению с Евровидением. Почему мы должны слушать это оскорбление? Тем более, зная, что у нас был такой прецедент с Грузией не далее, как летом, и мы все были, так сказать, в общем-то, сопереживателями всей ситуации, что происходило, убивали мирных жителей и так далее и тому подобное. И мне кажется, что на сегодняшний день с помощью песни и с помощью такого конкурса проявлять такое неуважение к стране, которая проводит этот конкурс, благодаря, кстати, Дмитрию и, конечно же, команде, которая с ним была, это просто неприлично. Я не думаю, что они не будут менять. Мне кажется, что они не будут менять песню, но их заставят поменять вот это четверостишье, поскольку это оскорбляет страну, и, в принципе, им, мне кажется, 16 марта порекомендуют поменять четверостишье, а песню пусть оставят. Песня-то, в общем-то, никакая, если честно. И весь этот скандал подняли только ради того, чтобы как-то обратить на себя хоть как-то внимание. Потому что нужно обращать на себя внимание творчеством, своей песней, это конкурс песни. А обращать внимание политической подоплекой – это просто неприлично. Ну, в принципе, и там группа-то не отличается. Вся эта история, она все равно может получиться однодневной. Тут надо все-таки, наверное, человеку, тот, который едет петь и представлять страну, думать о своем будущем так же, а не быть, так сказать, человеком, рупором чьей-то идеи. Вот, понимаете, я вот за артиста волнуюсь.